Отвечают последнему тренду в моде. Верхняя часть двумя кристаллами диамонита соединена с нижней, которая декорирована рамкой. Статичным прямоугольным формам придана легкая экспрессия. По замыслу автора, роскошь и респектабельность добавлена нотка игры, как пузырьки шампанского в хрустальном бокале. Только посмотрите на цену на экране. Это совсем не цена. Узко. Не откладывайте звонок и серьги шампань. Что тебе нравится? Оригинальную моделью, которую вы не встретите ни на одной из своих знакомых. Потому что это авторская работа и продается только в нашем телемагазине в ограниченной серии. Просто выберите номер, который вы видите на экране. Звонки с любого городского телефона Беларуси и любого мобильного телефона совершенно бесплатные. Серьги шампань. Мы ждем вашего звонка. Был песен. Стала знаменита после того, как получила титул «Мисс Москва 2010». Через год девушке досталась корона не менее престижного конкурса «Краса России 2011». Но настоящий фурор Переверзева произвела на конкурсе «Мисс Земля». Точнее, Наташа оскандалилась, поставив в тупик и члена жюри и болельщиков. Свою речь она начала так. «Моя Россия – это бедная, огромная, страдающая страна, безжалостно растерзанная жадными, нечестными, неверующими людьми. Моя Россия не может помочь пожилым и детям-сиротам. Из нее, кровоточащей, как стонущего корабля, бегут инженеры, врачи, учителя, потому что у них не на что жить». Журналисты зачастую не готовы видеть красивой девушки, человека думающего, мыслящего, который может о чем-то говорить и рассуждать на какие-то темы. Они просто хотят видеть некрасивую куклу Барби, но это не так. Очень много негативных отзывов, и я даже слышала этого о том, что не надо вообще возвращаться в Россию. Зачем и с какой целью Наташа решила выступить, непонятно до сих пор. Однако большинство экспертов считают, что это был всего лишь пиар-код, который не сработал. Ну, то есть она сказала правду, но при этом она дура, закончена. Это игра на то, что мы живем в вашей стране. Ой, сопельки. Сопельки. Сплюшки. На втором. Чем подлее ты, тем больше шансов на успех. Но поскольку она не победила, она дура, значит, она поставила лоба.